У меня вопрос по поводу принятия решения о моей жизни. Нужно ли мне найти другую работу? Или же начать свой бизнес? Или продолжить образование? Что я должен учесть? И о чем мне стоит подумать перед тем, как принять решение? Итак, по сути, вы спрашиваете, чему я должен посвятить свою жизнь? Но вы ставите вопрос так. Какую работу я должен найти, какое образование получить? Но смысл не в этом. Значение имеет, что вот это — жизнь. Для каждого из вас ваша жизнь обладает ценностью, не так ли? Да? Жизнь обладает ценностью. Если у вас есть что-то ценное, на что вы захотите это потратить? На что вы захотите потратить свою ценную жизнь? Если она ничего не стоит, потратьте ее впустую. Но если ваша жизнь ценна, на что вы захотите ее потратить? Если вы посмотрите на это таким образом, вы найдете действительно стоящее занятие. Если вы будете думать о том, как заработать на жизнь, как приобрести, то это... Тогда вы потратите свою жизнь на глупости, о чем будете сожалеть всю оставшуюся жизнь. Большинство людей живут в сожалении. Вот почему они безрадостны, потому что занимаются не тем, чем хотят. Они не создают то, что действительно важно для них. Они занимаются чем-то для заработка. Зарабатывать на жизнь не так уж и сложно для человека. Каждое существо, каждый червь, насекомое, птица, животное обеспечивают себе существование. Не так ли? С таким большим мозгом, как у вас, что особенного в том, чтобы обеспечить себе жизнь? Но, к сожалению, из-за 10-20 поколений нищеты в Индии, из-за внешних оккупаций, вторжений и прочего, из-за этого люди застряли в такой модели поведения. Как заработать на жизнь, как заработать на жизнь? Родители постоянно давят на своих детей. Как ты будешь зарабатывать себе на жизнь? Если даже дождевой червь может обеспечить тебе существование, разве проблема заработать себе на жизнь с таким большим мозгом, как у вас? Нет? Что же вы собираетесь создать? Чему вы собираетесь посвятить свою драгоценную жизнь? Собираетесь ли вы вложить свою жизнь во что-то действительно стоящее? Или собираетесь потратить ее впустую, как что-то никчемное? Вот что важно. Потому что то, что вы называете своей жизнью, это просто определенное количество времени и энергии, не так ли? Да? В то время, как вы сидите здесь, ваша жизнь проходит. Вы молоды, возможно, вы так не думаете. Но на самом деле она проходит. Уходит не время. Уходит ваша жизнь, да или нет? На что вы собираетесь потратить эту энергию, которую называете своей жизнью? Потому что если вы делаете что-то действительно стоящее, она закончится до того, как вы поймете, что произошло. Только если вы делаете что-то, не имеющее никакой ценности, жизнь кажется долгой. Вы замечали, что в определенный день, когда вы очень счастливы, 24 часа пролетают как мгновение? А когда вы несчастны, 24 часа тянутся, как 10 лет. Замечали такое? Так что долгая жизнь только у несчастных людей. Для радостных людей жизнь пролетает, как будто это пара дней. Жизнь подходит к концу очень быстро, если вы создаете то, что действительно хотите создавать. Итак, одна вещь, которую должен сделать каждый молодой человек, без влияния сверстников, профессоров и родителей, без какого-либо влияния. Вам нужно побыть одним, по крайней мере, 2-3 дня, и подумать, чему я хочу посвятить свою драгоценную жизнь, что будет действительно стоящим для меня сейчас и спустя 50 лет, чему я могу посвятить свою жизнь. Вложите свою жизнь в это, что бы это ни было. Малое или большое — не имеет значения. Если вы видите, что это что-то действительно стоящее, и вы посвящаете этому свою жизнь, тогда ваша жизнь будет наполнена удовлетворением.